Бандера, по мнению украинских исследователей, никто иной, как воплотившийся Иисус Христос. Эти беженцы были двое, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. За высоким забором с колючей проволокой в этих бараках приготовлены места и для тех, кто сегодня митингует на площадях Донбасса и Луганщины. Жители Донбасса, к примеру, собираются собрать в бантустаны. Были раньше такие резервации для негров в ЮАР. И в своих будет сразу сжигать факты о каннибализме. Женщину 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования. Дали в магазине, привезли в Краматорскую, я подчеркиваю, Краматорскую психбольницу, приковали к постели и 4 дня прикована, она говорит, я не могла в туалет сходить. Нам пообещали клаптик земли и 2 раба. Землю дома 5 рабов. Да, да. Повод для сладострастного некрофильства. Как Иисуса, на доску Берлина прибили. Страшная вещь. 2 человек сожгли во Львове, да то, что они не встали на колени. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади 3 круга провели. Синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Потому что снегирь вот. Это птица, символизирующая клятву в Россию. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и снег делают консервы мясные. В Европе с 1969 года легализована зоофилия. Скотоложество по-нашему. Открыто существуют зообордели. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Порошенко лишь на 2-м месте. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. 58 видов геев! 58 видов! Люди добрые! Где мы видели, как мы одного отличим от другого вообще-то? Вывозят крестьян из Галичины и завозят по региону, выдавая им должности в...